Абаканские медики задают вопрос, почему, чтобы пройти УЗИ, они должны платить, ведь раз в год положена бесплатная диспансеризация. В Минздраве ответили, УЗИ делается платно, потому что это исследование не включено в перечень диспансеризации. Бесплатно проводятся только флюорография, электрокардиография и анализ крови. На бесплатное УЗИ может направить врач после осмотра. Абаканцы спрашивают, когда появится зимнее расписание поездов дальнего следования. В справочную службу ЖД вокзала дозвониться невозможно. На зимнюю схему движения поезда уже переведены с середины сентября. Это значит, дополнительных вагонов на южные и западные направления не будет до следующего мая. Расписание поездов и другие вопросы можно узнать в единой справочной службе по номеру 294101. Специалисты железной дороги уверяют, по этому номеру всегда можно дозвониться. Молодая семья спрашивает, где проходит аукцион по продаже земельных участков под индивидуальное строительство в границах Абакана. Специалисты департамента градостроительства рассказали, аукцион проходит два раза в месяц в городской администрации. В среднем за один раз на торги выставляется 5-6 участков. Сейчас распродаются участки в поселке Энергетиков. На очереди 10-й жилой район Абакана. Всю информацию можно отслеживать на сайте абаканской администрации abakan.ru.